Чего-чего? Ну не будем же мы просто в одном месте стоять. Просто стоять и все. Что я просто стоять и все? Может быть, он меня куда-то пригласит, а потом мы пойдем в кафе куда-нибудь. А что вы в кафе будете делать? Пить. Это... Морс? Нет. Мы будем пить. Ну, он будет пить, что хочет, и я буду пить, что хочу. А что ты хочешь пить? Я захочу там коктейльчик пить. Молочный? Да. Как тогда, когда мы с тобой ходили? А если он тебя не поведет в кафе? Может, у него денежек нет в кафе везти? Может, ты его поведешь в кафе? А че я? Ну как че ты? У тебя деньги есть. У меня деньги есть. На машину коплю. В нашу семью. И на кафе у тебя денег нет, да? Угу. С любимым, как его там зовут? С Тимуром Гусенковым. С любимым Тимуром у тебя нет денег, да? Да. Ты жадинка, да? А дай мне денег. Зачем? Ну дай мне денег. На кафе? Да. Чтоб ты отвела? Нет, чтобы он... Я ему дам деньги, а он мне ответит. А тебе кто даст деньги? Ты. Может, мама пускай дает тогда? Ты. А чё я? Я быстро сейчас. Куда ты? Быстро, к маме. В кафе можно есть мороженое. Угу. А еще можно пойти в кино на мультики. На мультики? Или в театр на сказку. Где Или хочу... в цирк. Я хочу, чтобы он меня куда-нибудь отвел. В зоопарк. Вы бы ходили, животных бы кормили. Мы хотим пойти куда-нибудь, но у нас нет денег, понимаешь ли? Ну, у нас когда с мамой денег не было, мы тоже куда-нибудь ходили, там, где деньги не нужны. Не нужны были деньги? Как? Ну да, легко. Я ее приглашал на пикник на берегу речки Вонючки в нашем городе. Речки Вонючки? Да, я развел костер, и мы жарили сосиски там. Я тоже так хочу. А ты тоже там была, кстати? У мамы даже фотография есть с речки Вонючки, где мы едим сосиски. А ты лежишь в маленькой коляске. Я тоже хотела сосиски кусать с вами. Ну, ты тогда была маленькая и не ела. Что, не пахнет. Выдохлась. Она даже не вкусная. Какая-то была. Так что можно, знаешь, как сходить, время замечательно провести. Это тот же. Черничная, не подведи. У тебя на носе уже она. Она не пахнет. Никакая не пахнет. И не вкусная она. А духи пахнут? Духи пахнут или нет? Пахнет. Понюхай. Пахнет? Запахов не чувствую. Точно не корона, бро? Не, не корона. А это чипа. Все пасковая попробую. Вообще не пахнет. А духи? Он раньше вообще... Вон духи лежат в коробочке. Сейчас проверим. Проверяй, проверяй. Она просто вытаскивается. Что она не вытаскивает? Мама, открой духи. Проверяем запах, чувствую ли я или нет. Ну дай, как я открою так? Я вообще его не чувствую. Я даже чувствую. Точно не корона, бро, а? Да, я открою. Дети не болеют короной. Я вообще чего пришла?